Все. Подожди, Сережа, знаешь, что ставить негде? Так я сюда вот положила, я сейчас боюсь, чтобы не упали, они подвижу. Вот так вот они сюда станут, да? А это тут не, да? Вот у меня сделаешь. Ну, все, считай, я буду переодеваться. Да, Сереж, подожди, а то они залянут. Иди сыпь, высыпь, и через порог сюда поставишь это. Высыпь, иди. А куда? То... Ну, к Сергею отдай, потому что пакет, потому что они подвянут. Сережа. На, тебе. Давай, подожди, я пойду замкну. Потому Сережа, что... забирай, а то они стоят, они же подвянут. Подвянут. Ну, зачем? Саша, я тебе ничего. Ты будешь остаться на сегодня, оставаться будешь. Не знаю. Но... У меня, слушай, сейчас я очнулась. Ты вытаскивал это, картошка-то мы был, а другой-то пакет. Там три пакета висело, а один-то... Я с собой немного там брала. Ну, все равно ты ко мне давай, наверное, заезжай. Мясо-то давай. Я тебе приготовила. Да. Но это останется завтра, куда я не буду, если пойду. А мне холодно по улице будет идти, замерзну. Сейчас холодно. Ну ко мне-то ты должен заехать. Ну давай ты подвезешь, что холодно вообще. Сейчас. Если бы ты привез, я бы тебе дала кофту. Одень кофту. Да у меня ну, шорты. Мы в машине поедем, а да от меня-то ты пойдешь. Или ты, Сережа, подождешь. Как быть? Давай а, я просто возьму. Просто возьму. Или ты покушаешь, я ему свинину такую хорошую. Просто и... даст мне еды и все. А ты тогда довезешь и... Я, Сереж, как-то не знаю, я не беру, я делаю сама. А вон он не делает. Нормально. Настроение нормальное. Правда, если та девчонка, с которой мы договорились встретиться, не придет или еще что-то, то, наверное, мне будет грустно какое-то время. Ну ладно. Я думаю, что все будет плохо. Здесь нет исключений из правил. Ни одна и ни один, с кем я не знакомился, ну просто, типа, как, чтобы друзьями хотя бы стать, никогда не стали моими друзьями, да никем вообще. Абсолютно. Не хотят со мной вообще даже иметь дел. Исключений из правил нету. Это подтверждается десятилетиями. Всей моей жизнью подтверждается. Этот город очень удивительный. И Красноярск. Красноярск еще. Красноярск. Ладно, еще. А этот город вообще поразительно просто. Здесь настолько закрытые люди. Я не знаю. Просто кошмар. Ладно.